Детский хирургический корпус будет построен. Это задача 2023-2024 года. Он будет построен на другом земельном участке. То есть работы по его межеванию и получению кадастрового номера велись уже достаточно давно. То есть сейчас уже вся эта процедура на выходе. И, соответственно, мы готовы привязать проект как раз к этому земельному участку. Этот участок находится на территории Челябинской областной больницы. И именно там разместится корпус детского хирургического корпуса. Что касается дальнейших судебных процессов, то мы все-таки предполагаем, что этот земельный участок останется под развитие медицины, я имею в виду участок городского бора, и там разместится реабилитационный центр для детей. Это та новая программа, которая была анонсирована президентом по развитию реабилитационных центров в России. Надеемся, что как раз вот эта зона будет максимально благоприятна для реабилитации детей со всей области и вблизи медицинских центров, и на территории, окруженной зеленым массивом.